Основываю книгу члена Союза писателей Азербайджана, члена Союза журналистов России, главного редактора газеты «Голос молодежи», корреспондента республиканской газеты «Ватан», лауреата Совета учредителей социально-педагогического института нашего земляка Фахретдина Гарипсета. Как мы знаем, творчество Фахретдина Гарипсета известно за пределы Республики Дагестан, Азербайджан и, можно сказать, России. Фахретдин Гарипсет пишет о своем народе, о своей природе, о родных, близких, о Митаги, где Митаги славится своим миндалем. Творчество Гарипсета всегда присуще, мне кажется, это мое мнение, к осени, тянется что-то вот для него осень, дает вдохновение в его творчестве. Вот всегда слова, мы видим в его книгах такие слова, Митаги, печаль, человек все время влюблен в свою природу, в свой народ. Подробно о творчестве Фахретдина Гарипсета, уважаемые коллеги, уважаемые дети, сейчас скажет наша старшая педагожатая Шахмеда Интересная. Фахретдин Гарипсет литературным творчеством занимается со школьных лет. Первые его литературные опыты были стихи. Некоторые из них в то время были опубликованы в газете «Леничи» на азербайджанском языке. Первая публикация стихов относится к 1974 году. В последующие годы в разных газетах и журналах опубликовано многочисленные произведения поэта, пишущего на азербайджанском и русском языках. Изданы сборники стихов на русском языке. «Митагинская осень», «Махачкала» 1991 года, «Полнолуние», «Избербаш» 1997 года, «Занавес века», «Дербент» 2001 года и многие другие. Пишет он и прозаические произведения. Его перу принадлежат повести «Тайна священного огня» и «Дом с верандой», рассказы «Запоздалая ось», «Солнце», «Вишневое дерево», «Плач разбитой скрипки», «Долг». Гарипсет является автором драматических произведений. Написал содержательные пьесы «Мирза Казимбек» на азербайджанском языке и «Человек без тени» на русском языке. Они ждут своих пацанов 14-7. Говорят, что талантливый человек везде проявит свои способности. Фахретдин является и хорошим переводчиком. Им переведены стихотворения многих азербайджанских, дагестанских и зарубежных поэтов на русский язык. Например, стихи Омара Хайяма, Мехсети Генджеви, Низами Генджеви, Молла Вели Видади, Азиза Мирзабекова, Бекиханюн Алибековой, Адила Аббасова, Хагира Салиха, татских поэтов. На азербайджанский язык им переведены стихи дагестанских поэтов Алерзы Саидова, Байрама Салимова, Айдына Ханмагомедова, Лазаря Амирова, Бекиханум Алимбековой, Фатхулы Джамалова, Магомеда Гамидова. В них он всегда старается быть ближе к оригиналу, сохранить дух и колоритность оригинала. И эти качества всегда ему удаются. Литературные критики высоко оценили его переводы. Гарипсет также талантливый фольклорист, литературовед и критик. Им написаны и опубликованы многочисленные статьи по этим областям. Издал книги «Очерк истории Митаги» 2004 года, «По следам Деле Коркута» 2005 года. Подготовил к печати исследования митагинский говор кельтского языка, лексико-семантическая структура топонимии тюркоязычных поселений Южного Дагестана, фольклор и литература дагестанских азербайджанцев и другие. Хотя творчество Фахретдина Гарипсета многогранно, но все-таки поэзия занимает его деятельности основное место. Тематика его поэзии разнообразна. В его творчестве есть и любовная, и гражданская, и философская, и пейзажная лирика. По этим стихам чувствуется, что поэт имеет свой поэтический мир, свою образную систему, свой особый поэтический почерк.
Его стихам присущи образный язык, поэтическое мастерство и глубокие мысли. О чем бы ни писал поэт, он пишет от души, с большим вдохновением. Говорят, что истоки и механизм вдохновения поддаются логическому анализу. Одни считают, что вдохновение – это озарение, неспособное Богом. Другие считают его редким состоянием души. А иные полагают, что вдохновение проходит в благоприятных условиях. По мнению Александра Сергеевича Пушкина, искать вдохновение – нелепое причудо. Недаром поэт Вознесенский отметил: «Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа слепая соучастница, не написал, случилось так». Уважаемые участницы, Фахретдин Карибсез всегда в поисках. Он всегда ищет, всегда старается писать. Он пишет для вас, для народа, для будущего поколения. Мы должны ценить, что вот такой человек оставляет после себя такое богатство. Богатство поэта – это книги. Мы всегда должны благодарным этим человеку. Итагинский народ, те, кто его знает, те, кто его ценят, те, кто его уважает. Именно этот человек прославлен родной Итагине. До сих пор ни один человек, вот он историк, написал историю Итагины. Прославил наше село. Вот его очередная книга «Избранные произведения» – это девятая. Девятая книга поэта. Дай Аллах, чтобы он еще продолжал писать. Потолще этих книг. Вот сегодня наши дети подготовили его стихи. С вашего позволения мы дадим им слово, они прочитают. Сейчас мы в пятом классе стол представим. Нефтулаева, Махмудова. Так, пожалуйста, подряд, как там вы идете? Истинным багряным смахом, где свой парус распастет, а в саду осенний бархат загорелся, как костер. Корень парится в тумане, трымли он цветя кусты, клубы зелени на маме, огорели все кусты. Вырасти повсюду пахнет, утро вырвется росой, не стопать узором красный, разукрасил коридор. За дебетом так красиво, старили коря сады, осень грустные мотивы, зато я там с высоты. Сейчас слово представим девочкам 11 класса Мюхова, Сулейманова. Ветер веет по заранку, как постель нарушить их. Кто ты осень утром ранним, позолоченный глядишь? Ты в огне твоих пожаров, то странной девочкой бредишь. Не под ноги, как подарок, везде воров ты кладешь. Ученица 7 класса Пирмагомедова Амина прочтет стихотворение «Зацвел миндаль по доле Митаги». Пожалуйста. Зацвел миндаль по доле Митаги, любви моей, сады давно вяли. Давно замолкли все мои враги, весенний захолустья обетшало. Растуются года, земные дни, все позади, там судьбы мои чиста. А каждый час нажитый мой сродни, да спать избуренно, как Христа. Ученица 7 класса Хамирза и Зарина прочтет стихотворение «Качели». Уже не молод, я пока не стар, люблю восходы и люблю закаты. Давно стали отростки в местах, я беден, но не стал еще богатым. А ведь кота, пустая торга, отметки не вставляя на странице. Серебряный молитвен на веках, чая, водяная заметка. Уходит старь, кота моя летят. Я буду надежды и весь мою. Я буду обутешь от иана. И дюжу, весь русский хочу. Ученик 7 класса Агасия Шихмелит прочтет стихотворение на луз. Накануне сладкого навуза тоже мчат дороги Митаги. И стряхнув тоскливую обуву, сердце так уходит от тоски. Уж цветки с тех веточек миндально, словно снег ложатся на траву. И весны в садах исповедальных сладкий сон блуждает наяву.
І ветра кисть, і жертвує пориві, наступає сладосний на вуз, кундахат розчосує кріву, землю отпрасує клуб. Я вот как отметил, ребята, что Тахатин Гарипсес часто пишет о своих друзьях. Ведь есть такое у него стихотворение, называется «Слово, друг, всего четыре буквы, для вас прочтет ученик седьмого класса Пирмагомеду Тимбу». Слово, друг, всего четыре буквы, как четыре времени в году, потеряешь, хоть и друга глупо, то сгоришь в безжалостном аду. Так, ученица 11 класса, Имамова Аида. Как мы отметили, ребята, она пишет это стихотворение на азербайджанском языке. Гарипсес пишет на своем родном языке и на русском. И прекрасный переводчик, он может переводить со всех языков, дословный перевод называется, и на русском, и на лезгинском, и на по-татарском, и на латском, аланском, и так далее. Сейчас ученица имама 11 класса имама Аида прочтет на азербайджанском языке. Дюньяным называется стихотворение, пожалуйста. Эдалет сыраклы, иллер итердим, Гювеним гюджуне, наши дюньяны, Чыхылмаз тильсимли, Сәхлі сірдір, бұлып тек чатылып, қашы дүнияның. Чалынан сазынан қырылып тәлі, аман сұрағында чақнышыр әлі. Чаресіз ғаметті бүкілір бәлі, оғыл мұр кесейі, дашы дүнияның. Доландым кедерлі әлі, обаны, яралар үстінде силім бір қаным. İzleyir vahşitek insan insanı, zehirli yokluluk aşı dünyanın. Bire min artıdır tutanı, seli, döyünür sinemde ürek güzseli. Garipsiz bu dertten olurdur deli, kurumur gözünün yaşı dünyanın. Если вы обратили внимание вот на это стихотворение, которое написано на азербайджанском языке, какая глубокая философия здесь о жизни. Вот все, что мы появляем, то, что мы уходим, и что-то мы должны ценить, что-то оставить. Вот так глубоко поэт пишет, уважаемые дети. Я хотел бы в будущем, чтобы из этих сидящих здесь наших маленьких детей, девочек, мальчиков, вышла поэтесса, поэт и прославил наш Митагей. А сейчас, с вашего позволения, большим удовольствием мы обращаемся к Тахатину Алиму. И хотели спросить у него, что принудило поэта написать вот эту девятую книгу «Избранные произведения». Пожалуйста, Тахатину. Спасибо большое, кто сегодня присутствует на этом представлении книги. Спасибо, что вы обращаете внимание на то, что все-таки есть на свете поэзия. Для того, чтобы читать стихи, тоже нужно призвание. Для того, чтобы решать примеры, тоже нужно призвание. Трудно ли писать стихи? Очень трудно. Вот эта книга, которая является результатом бессонных ночей, многих-многих наблюдений, многих-многих исправлений стихов, многих-многих исправлений строчек. Если посмотреть на эту книгу, для меня это боль, это мои надежды, мои тревоги. Это смогла сказать свое слово в средневековых условиях, когда религия запрещала вообще не только рисовать, но и писать. Вот что такое поэзия, вот что такое стихи. Если у вас появятся какие-то вопросы, я могу ответить. Но если вопросы есть, задавайте Тахатину Алиму. Может кто-нибудь из вас есть желание писать? Если нет, может, я добавлю. Может, да. Я добавлю, что это первый том.
произведений. Да, кстати, многие, в частности, мои коллеги, вот на этом вечере, который был в социально-педагогическом институте, задавали вопрос, а вот вы издали первый том, а что у вас есть еще на второй том стихи? У меня этих стихов на 6 томов есть. Если с переводом, еще больше. Если продаешь произведение, еще больше. Вы сами понимаете, что сейчас издавать становится труднее и труднее. Но я постараюсь второй том выпустить. Это не последняя встреча, надеюсь. Если это, вопросы есть, наверное? А? Вот, к вам тогда у меня вопрос. Кто-нибудь из вас вот так, может, там секретно пишет стихи? А? Ну не надо скрывать. Вот раньше у нас были здесь выпускники, побратим Алим помнит. Они писали, приносили, побратим Алим справлял. Но как могли, как им удается, понимаете? Силы поэтому нельзя ставить. Вот, побратим Алим отметили. Или любовь, или ненависть. Это сами такие аргументальные вещи, которые необходимы любому поэту. У нас есть один прекрасный друг, живет он в городе Дагестанский Огни. Звать его Минатулла. Человек, можно сказать, без образования, пишет стихи. Он даже вот письменно не знает, и то пишет. И когда он шутит, Фахратим Алим говорит, как поэтом стал, говорит. Потому что его первая книга это была вот это. Покажите, пожалуйста, вот эту книгу. Вот так. Итагинский, да, Осин. И там в основном стихи идет о миндале. Итаги слави миндаль. Миндаль лесный, да? Да. И говорит, один прекрасный день, утром, Фахратим Алим открывает форточку, и перед ним цветет миндаль. Посмотрел на этот миндаль, говорит, и стал поэтом. Поняли? Ну, настанет такой день, наверное, вы тоже посмотрите на яблоню или на грушу, станете тоже поэтом. Так. Уважаемые дети, вот Фахратим Алим, у Фахратим Алима, как мы отметили, очень много друзей. Много родственников, много приятелей. Вот он написал стихи, на его стихи написали музыку. Есть у него друзья, композитор в Дербенте. Вот эту, наверное, запись у нас нет, а хотим и здесь. Было бы, мы его тоже показали. Вот там две девочки поют. Отец этих девочек, друг Фахратим Алим, наш общий друг. Вот так, не только на примере. Мы его прославляем. Прославляет его там, где-то его знают. Даже его не знают. Когда говорят, его не знал, прочел вот это на Ренкала, наверное, песня, это стихотворение. Этому композитору так это понравилось, вот это стихотворение, что он как вот рукой подает на море. Вот такое сравнение там есть. Вот хотелось бы, чтобы в дальнейшем тоже такие же творческих успехов от вашей имени нашему уважаемому поэту. Если есть вопросы, потом задавайте. Если есть вопросы наших учителей, пожалуйста, интересующих. Есть вопросы? Если нету, у нас здесь сидит уважаемый наш молодой, перспективный, талантливый тоже учитель русского языка и литературы, и Ибрет Налим, тоже любитель поэзии, но пока Ибрет Налим не пишет. Может быть, в будущем он тоже напишет. У нас в школе много учителя пишут, но не печатаются. Ну, как я сказал, для себя, для души. Но чтобы поэтом стать, надо писать по всем правилам. Это нам многим не удается. Так. Вот сейчас слово представим мы Ибрет Налиму. Пожалуйста, Ибрет Налим. Спасибо. Ну, я в своем отзыве постараюсь об этой книге все, что я сумел найти, все, что я сумел для себя запечатлеть. Так, отзыв называется «Не всякий пишущий есть гений». В
последнее время на свете стало много поэтов и писателей. Мы часто слышим новые имена, на прилавках появляются все новые и новые стихотворные сборники, романы, поэмы и так далее. И этим сегодня никого не удивишь. В наше время, когда деньги все решают, когда все можно купить и продать, ничего невозможного нет, тем более для печати. Не всякую книгу можно назвать книгой, не всякого поэта можно назвать поэтом. Талант поэта – это призвание, Божий дар. Входящий знает, не зря тут светил храм. Лучится мудрость поколений, игра со словом вовсе не игра. Не всякий пишущий есть гений. Но наш земляк – это гений. Учитель, родственник, коллега наш, член Союза писателей Азербайджана, член Союза журналистов России, поэт, писатель, переводчик, публицист Шахретдин Уруч Эльцес, который выпустил свою очередную книгу стихов «Избранные произведения. Первый том», в которую вошли около 244 стихотворений. Я прочел эту книгу и остался полностью доволен его простым, доступным каждому языком, особенностью внутреннего мира, оригинальностью стиля, своеобразностью лирики. Она произвела на меня огромное впечатление. Мне она очень понравилась. Я на некоторое время забылся от мирской суеты и прошелся по строкам, которые напомнили мне о красоте и разнообразии нашей природы, истории о нашей жизни. Деревенская лирика проходит через все творчество поэта. Особенно дорог для поэта его родное село Митаги, где он родился и вырос, которому он посвятил свой первый стихотворный сборник «Митагинская осень». Поэту дороги природа родного края, сады, леса, пение птиц, ветры, родная земля и, конечно же, цветущий миндаль. Поэт ощущает себя частицей природы. Отцовский край, родимый мне до боли, люблю, как жизнь твоих садов уют. Облюбовав желанное приволье, твои певуньи, соловьи поют. Я в город не ушел, тебя оставив, не путник я проторенных дорог. Лугов твоих люблю я разнотравье, их цвет кладу я в краске моих слов. Повеет свежий ветер Кундахара, согреет душу пламенем восток. Тут встречу я обешанную старую, разумную землю. Тема осени для поэта, как и для многих поэтов, ассоциируется с русским печалью. Прошу, печалью чем-то дорогим и близким. Все же эта пора вдохновляет поэта и дает духовную силу для создания новых произведений. Осень тоскует о моей любви, слагает песню снова на рассвете. Ещё Оседова, пожалуйста. Весна миндаль рукой окропила, облюбовав раздольные сады. Приятно мне весны святая сила, что дарит нам природа с высоты. Душа полна улыбкой озорною, пройдут в осе виданные пути. Мои мечты разбросаны весной, что долго мне родного не таки. Кто еще не прочит? Эти девушки прочли? Да, все прочли. Презентация, это что значит?